Всем привет! В недавнем времени я почувствовал, что у меня плохо стало получаться играть на рейтинговых матчах. Мой уровень игры резко понизился, и я стал играть максимально плохо и начал тянуть свою команду вниз. Я был сильно задезморален, стал психовать еще больше, и в итоге я решил сделать перерыв от PvP и решил временно перейти только на PvE, а конкретно проходить спецоперации. И могу сказать, что данное решение, которое я принял, является очень даже неплохим, потому что на PvE просто отстреливаешь ботов и никакой агрессии. До этого, когда закончилась Горгона, я вообще не играл, не заходил в Warface целую неделю, чтобы отдохнуть. И когда я обратно вошел в колею, некоторое время я был полностью спокоен, что даже когда у меня было все совсем плохо, я был спокоен как удав. А сейчас снова пошло и поехало. Поэтому я вновь решил сделать перерыв, но уже не от игры в целом, а только от PvP. И начал ходить в спецоперации. К слову, перед тем, как начать ходить в спецоперации, я в паблике ВК по Warface в обсуждениях написал, что ищу Тиму на Припять Профи, потому что я тогда решил, что пора уже начать проходить спецоперации на уровнях сложности профи. И через некоторое время мне написал один человек, тип, что он со своей командой проводит людей на спецоперациях. Точнее, он со своей тимой проводит по одному человеку на спецоперациях уровня профи. Говорю сразу, все легально, никаких посторонних программных обеспечений. Просто они знают эти спецухи очень хорошо. Если вы тоже хотите пройти спецоперации на уровнях профи, то можете написать одному человеку ВКонтакте. Ссылку на его ВКонтакте я оставлю в описании. Мы с его командой прошли Припять профи и Восход профи. Сейчас пытаемся пройти Марс. Мы, кстати, почти прошли его, но в конце только два человека смогли вытащить мегадезы из соло комнат. Возможно, к моменту выхода данного видео мы уже прошли данную спецоперацию. Теперь о том, когда я вернусь на PvP. На самом деле, я и сам не знаю, когда вернусь в данный режим. Может, когда спецухи наскучат. Вообще, до этого я очень много играл в PvP, и ходить на спецоперации для меня было что-то вроде мучений. Но ходил я не ради короны, а для того, чтобы выполнять ивенты. Например, PvE ивент День Пирата. Сейчас же я хожу по несколько спецух подряд, и мне не надоедает. Хотя я до этого ходил еще Блэку, чтобы пофармить коробки с карточками. Но и даже он успел мне надоесть, потому что я его ходил очень много. Один раз за день я прошел этот Блэку целых 6 раз подряд. И ходил не всегда на Альфе, но и несколько коробок я пофармил еще на сервере Брау, хотя на Брау я не играю. Я эти коробки открывал на видео, как раз вы сейчас наблюдаете данный процесс. На Альфе я все никак не соберу никакую пушку, мне остается условно 100 карточек на одну пуху, и в итоге мне падают карточки на другие пухи, лишь бы я так быстро не открыл оружие Блэкут. Кстати, скорее всего, я уже мог открыть какую-нибудь пушку серии Блэкут. Если до выхода этого видео я открою хотя бы одно оружие, то покажу какое. Вот такое короткое информационное видео. Подписывайтесь на Twitter, на паблик ВКонтакте, на канал, оставляйте комментарий. Ну и на этом все. Всем удачи, всем пока!